Первая акция дарения яхты олимпийского класса «Лейзер», причем 20-го новейшего проекта, состоялась на главной смотровой площадке яхт-клуба «Юг». Председатель сервисного морского центра «Аврора», яхтенный капитан Алексей Шкиперов, подарил одному из самых перспективных юных яхтсменов, серебряному призеру и обладателю Кубка Украины, участнику чемпионата Европы Евгению Дееву, лазер производства судоверфи Великобритании. Таких яхт в украинской эскадре только три. Настоятель храма святителя Николая в Камышовой бухте протоиерей Сергий Федоров осветил олимпийское судно. Благодарные письма вручены руководителю сервисного морского центра «Аврора» Алексею Шкиперову и члену яхт-клуба Сергею Добрякову. Вручил вице-президент парусной федерации Севастополя Валерий Таран. Это наша святая задача – помогать нашим спортсменам. Когда мы узнали, это сервисный морской центр «Аврора», который строит большую базу, скорее всего, это будет база олимпийской подготовки парусного спорта, и узнали о проблеме, то что наш Севастополец остался без плавсредства, который должен был ехать на чемпионат Европы. И просто тут повезло, что у нас в наличии оказалась такая яхта. Мы, хотя, правда, начали поиски других хороших корпусов за рубежом в Европе. Будем приобретать потихоньку, будем обрастать флотом, будем поднимать и возрождать парусный спорт. Слова благодарности и от руководства Севастопольской городской государственной администрации. Сейчас, вот буквально после того, как Владимир Григорьевич Яцуба в среду 17 числа собрал представителей парусной федерации, представителей яхт-клубов и марин в нашем городе и обозначил те проблемы, которые сегодня существуют, обозначил план, то, как эти проблемы будут решаться в нашем городе. Вот сегодня мы имеем первую ласточку. Появились предприниматели, которые буквально вот не прошла и неделя, приняли решение подарить такую яхту нашему спортсмену. Я повторю, это очень перспективный спортсмен. Мы закрыли нишу выступления севастопольцев в классе «Лейзер». Это очень здорово. Ну, будем надеяться, что Женя Деев и дальше будет показывать результаты такие, какие у него есть. Ну, а для наших предпринимателей города, наверное, это будет хорошим примером для того, чтобы внести свой вклад, свою лепту в развитие парусного спорта. Яхта спущена на воду. Обошлось в этот раз без шампанского. Юный капитан Иван Шкиперов о парусном спорте. А не страшно выходить все-таки один в море с волной? Не страшно. И где ты занимаешься парусным спортом и по чьим руководством? Под руководством Игоря Игоревича Линчука в «Омеге» здесь. 7 футов под килем тебе. Спасибо. Под таким парусом 7 футов под килем. Великолепная лавировка. И Евгений Деев вперед к победам на европейских и мировых регатах. Владимир Милянский, Екатерина Долгополова. Программа «Наше время».